Сегодняшнее кулинарное сражение определит лучшего юного повара Америки. Об этом состязании говорит вся страна. Добро пожаловать на финал шоу «Лучший повар Америки. Дети». Спокойной ночи, Маршал. Впервые приехавшая в Лос-Анджелес, Калифорния. Энкеладус, нет, не могу. Надо было раньше кидать. Завтра уже кидай и посмотрим, что там за видос. Сейчас я ничего смыть не буду. 12-летняя Дара. Дара! Несмотря на свой возраст, Дара одна из самых талантливых поваров, которые когда-либо входили в эти двери. Дара. Я ненавижу сыр с синей плесенью, но я его использую. С самого начала Дара впечатлила нас своими амбициозными блюдами. Очень вкусно. В нем есть и стиль, и вкус. Ты ушла далеко вперед. Это фирменное блюдо ресторана. Спасибо. Ее блюда изысканно вкусны и столь же изысканно оформлены. Извините. Можно не взглянуть? Да? Прекрасно. Застряла, застряла. Один бурат, один тунец. Быстрее. Что насчет Даши? Даши! Лебонаром. Потом посмотрим. Молодец. Говоришь, ты пекла свадебный торт для мамы? Да. Я делаю отличную еду. Это страсть всей моей жизни. Я, наверное, рождена для этого. У тебя есть причины быть счастливой. Я сам хочу расплакаться, настолько это хорошо. Я здесь не для того, чтобы сражаться за титул. Я здесь, чтобы получить титул. Ты молодец. Сможет ли Дара и сегодня потрясти нас и получить титул лучшего юного повара? Смогу. Единственное препятствие, стоящее на пути Дары, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 13-летний Александр. Александр, вам лучше отойти. Мне лучше отойти? Ты прав, мне лучше отойти. Этот семиклассник с самого начала произвел впечатление. Это удивительно. Они прекрасны. Запиши на обложку книги рецептов. Выглядит превосходно. Ты сделал самый опасный десерт в мире. Спасибо. Он с самого начала был серьезным соперником, и прочие участники нарисовали мишень на его спине. Кого бы ты хотел исключить? Александра. 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 Да. Да. Также известный как Большой Ау. Взбивай как мужик! Взбивай как мужик! Взбивай! Взбито! Большой Ал. Молодец. А я тебе верил, Большой Ал. Этот талантливый юный повар продемонстрировал природный дар. А есть те, у кого природный дар. И ты один из них. И он никогда не избегал очень сложных задач. Очень вкусно. Ух ты. Я хочу получить этот титул, как ничто другое. И я это сделаю. Саня красавчик, но это правда, да. Он очень-очень крутой человек. Дара и Александр, поздравляю с тем, что вы прошли финал самого первого состязания «Лучший повар Америки. Дети». Вы оба знаете, что стоит на кону. $100,000. И шанс стать самым первым лучшим юным поваром Америки. Вас сегодня поддерживают. Приветствуйте, ваши родители. Давай, Дара. И все ваши конкуренты. Также вас поддерживает лучший повар Америки 2013 года. Также вас поддерживает... Поддерживает лучший повар Америки. Новый смайл, я чат, я увидел какую-то хуету, блять, которую остановили, и которая большая, там какая-то хуета, новый смайл, блять. 2013 года, Лука. Дара и Александр, пришло время для главного события. Сегодня у вас есть всего 90 минут.
чтобы приготовить и оформить обед из трех блюд. Одну закуску, одно основное блюдо и один десерт. Александр, Дара, сейчас вы в последний раз пойдете в нашу кладовую, где мы приготовили для вас сюрприз. Вы готовы? Да, шеф! Ваше время в кладовой начинается сейчас. Поспешите. Мы вбежали, и я увидела свою тетю Фрэн на огромном телевизоре. Привет, Дара. Поздравляю. Спасибо. Я не видела ее с лета и была так счастлива. Просто хотела пожелать тебе удачи. Спасибо. Продолжай в том же духе. Привет, Александр. Я был очень рад видеть своего дядю Марти и кузину Анну, которые поддерживают меня по скайпу из Нью-Йорка. Это здорово. Мы держим за тебя кулачки. Все, что ты до сих пор для нас готовил, это была фантастика. Спасибо. Ну как дела, ребята? Привет. Пора заканчивать разговор и начинать большое событие. Люблю вас. Пока. Нет, это будет непросто. 90 минут — это не так много, чтобы приготовить три хороших блюда. В качестве закуски я буду готовить креветки и крастини с маленькими помидорками. Основным блюдом будут картофельные ньоки и телятина на кости. О, телятина на кости! На десерт каноли, вариация на тему Наполеона, и соус из ягод. Где рис? Я приготовлю двойную закуску из тунца альбакора. Основным блюдом будут обжаренные калифорнийские креветки и вонтоны в тайском кокосовом соусе карри. А на десерт будет вареная груша с имбирно-лимонным мисо. Проходите. Дара и Александр. Вы готовы? Да. Блять, они не будут там мешать себе друг другу жопами, блин. Ваши последние 90 минут на этой кухне начинаются сейчас. Вперед. Я победитель четвертого сезона шоу «Лучший повар Америки», и представить себе не могу, что этим... Пиздец, мы словили спойлер только что. Понятно. Минус четвертый сезон, реально. Ребятам 12 и 13 лет. Я не умел готовить, когда мне было 12 или 13 лет. Может, я 18 научился жарить яичницу. Не останавливайтесь. Я болею за обоих, но думаю, что Дара может победить, потому что Александр все усложняет и может немного задержаться. А Дара сможет использовать это преимущество и победит. Я думаю, блюдо Дары очень интересное, но вот ингредиенты не очень привлекательные. Думаю, победит Александр. Давай, Александр! Мне кажется, когда эта пизда маленькая блондинка подрастет, она в 16 лет будет курить травку и ебаться с одноклассниками. Она выглядит именно так, блядь. Как типичная такая тёка, которая подросла такая в фургоне, блядь, сидит, блядь. Слишком она уж активная какая-то, блядь. Ну вы поняли, в поведении. Надо же. Александр против Дары. Будет эпическое видео. Как в этих американских фильмах, знаете? Давайте, ребята. Лучший повар Америки, дети. Давайте, ребята, в битве за звание первого лучшего юного повара Америки 12-летняя Дара и 13-летний Александр готовят три экстраординарных блюда по своему выбору. Давай, Дара! Дара готовит двойную закуску из тунца альбакора, основное блюдо из креветок и вонтонов с тайским соусом карри, а на десерт вареную грушу с имбирно-лимонным мисо. Мне нужно приготовить три отличных блюда за 90 минут, чтобы победить. Боже мой. Они и правда думают, что я справлюсь? Это безумие. Давай, Александр!
Меню Александра включает в себя закуску из креветок и крестини с томатами, телятину и картофельные ньюки на основное блюдо и каннули Наполеон с ягодным соусом на десерт. Я, может, и откусил больше, чем смогу проглотить с ньюки, каннули, закуской, в которой 30 разных компонентов. Yes. Но отступать поздно. Я уже принес ингредиенты и буду работать с тем, что есть. Придя на это соревнование, мы знали, что Дара хороший повар. Но не знали, насколько хороший. Сказать, что я поражена, значит ничего не сказать. Давай, Александр! Для Александра дело не в деньгах, а в том, чтобы стать лучшим юным поваром Америки. И получить этот кубок. Это его мечта, мечта всей жизни. Мечта всей жизни, родился и мечтал, блядь. Шоу еще не было, но уже мечтал. Давай, Дара, Александр, давай. Да. Вот и оно. Это невероятно. Началось последнее испытание. Только представьте, чего Дара и Александр уже достигли за время состязания. Это кульминация самого невероятного кулинарного приключения, которое я видел в своей жизни. На наших глазах талантливые дети в возрасте от 8 до 12 достигли невероятных высот. Умопомрачительно. Давай, Дара! Мне нравится, как Дара проявляет свою силу. Мне кажется, ее блюдо слишком амбициозное. Боюсь, браться за двойную закуску было несколько наивно. Ведь если она не успеет закончить, то проиграет просто из-за нехватки времени. Александр, продолжай. Не расслабляйся. Мне кажется, что меню Александра намного более реалистично. Не согласен. Александр пытается сделать очень много всего за 90 минут. Продолжайте, не останавливайтесь. Давай, парень. Дара, как себя чувствуешь? Прекрасно, шеф. Похоже, ты решила нас удивить своими способностями. Я придерживаюсь азиатской темы, это мое наследие, что ли? И я многое об этом знаю. Ясно. Я буду действовать именно так, потому что знаю, что это моя сильная сторона. Звучит невероятно. Спасибо. Двойная закуска из тунца. Потом изумительный ароматный карри. Как ты готовишь карри? Там имбирь, чеснок, кокосовое молоко и порошок карри. Здесь свежий имбирь? Да. Очень вкусно. А пельмени? Вот начинка для них. Там гребешки и креветки. Я люблю завершать обед хорошим десертом. Вареная груша звучит отлично. Особенно с мисо. Откуда такая идея? Мне показалось, что эти вкусы прекрасно сочетаются. Вы часто говорили, что у моих блюд смелый вкус. И я хочу пойти дальше в этом направлении. Удачи, юная леди. Спасибо. Молодец. Молодец, не расслабляйся. Не расслабляйся. Давай. Александр? Да, шеф? Как дела с закуской? С моей закуской дела замечательно. Я почти закончил. Креветки маринуются. И в чем маринуются? Базилик, лимонный сок, оливковое масло. Потом я их быстро обжарю, потому что из-за кислоты они приготовятся гораздо быстрее. А что с основным блюдом? У тебя телятина на кости. Сколько ты ее собираешься готовить? Я поставлю ее в духовку примерно на 10 минут. Но сначала немного обжарю. А что будешь делать с ньюки? Их буду делать во фритюрнице. А зачем тебе резчик для пасты? Для теста на каноли. Умно. Давай поговорим о десерте. Когда я думаю об итальянском десерте, то вспоминаю каноли. Но я хочу сделать что-то необычное, и раз уж это Наполеон... Ебать, ему тяжело. Трехслойные. Ясно, удачи, Александр. Пиздец, как он это все успеет, я не понимаю. Дара! Сахарная пудра, сахарная пудра. Можешь взять у меня, Дара. Держи, Дара. Дара, спасибо большое, спасибо. Извини. Спасибо, Дара. Большое спасибо. Посмотри на меня. Не паникуй, ты справишься. Соберись. Я знаю, как себя чувствуют эти ребята. Они нервничают. Они возбуждены. Им очень страшно. Куда я дел гремолату? Ебать. Я не знаю, как эти дети в таком возрасте справляются с этим. Я сам-то едва справлялся.
Мне нравится идея меню Дары. Звучит невероятно. Очень много нужно сделать за 90 минут. Боюсь, что соус карри получится тяжелым. Слишком много кокоса? Я не уверен, что у Дары достаточно опыта, чтобы соус получился легким. Молодец, Дары. Александр, похоже, немного отстает. Телятина еще не обжарена. Если она комнатной температуры, то времени достаточно, чтобы ее приготовить. Блять, победители 4 сезона выглядят так, как будто ему, сука, пофартило выиграть. Блять, мне тоже так кажется. Осталось 20 минут, ребята. Пора начинать придумывать, как вы будете оформлять блюдо. 20 минут. Оставалось 20 минут, а я только поставил телятину на огонь. И ее уже было пора ставить в печь. Пиздец. Ее обязательно нужно приготовить. Я не хочу подавать судьям сырую телятину, потому что тогда я точно проиграю. Бля, бедный Александр. Достаточно, милый, достаточно. Да. Давай, Александр. Одна великолепная закуска, одно великолепное основное блюдо и один великолепный десерт. Молодец, молодец. Чтобы победить, придется выложить на тарелку. Если оно останется только у вас в головах, это не считается. Давай, Дара. Мне нужна вода. Кажется, я в обморок падаю. Голова кружится. Александр, плюнь на нее, блядь, плюнь! Всем похуй, вообще все стоят, блядь. Что, она падает в обморок? Снимайте. Рейтинги шоу пойдут в небеса, блядь. Лучший повар Америки, дети. Давайте, ребята. Давай, Дара. Мне нужна вода. Кажется, я в обморок падаю. Голова кружится. Воды, пожалуйста. Успокойся, успокойся. Все хорошо, Дара. Посмотри на меня. А теперь самое главное. Тебе нужно сделать глубокий вдох и успокоиться. Все нормально. Выпей все. Дара, ты справишься. Вдохни. Ты молодец, Дара. Вы прекрасно справляетесь. Отличная работа. Оставайтесь спокойными. Молодцы. Отлично справляетесь. Все хорошо. Молодец, Дара. Ты чудо. Осталось меньше 20 минут. Дара, ты как? В норме. Хорошо. Ладно, давайте, ребята, продолжайте. У меня закружилась голова, я подумал, что упаду в обморок, но я сказал себе, что обязательно справлюсь, и сразу почувствовал себя лучше. Молодец, молодец, Дара! Давай, Александр, заканчивай их, быстрее! Ребята, чуть больше 15 минут. Значит, на десерт у нас будет вареная груша. Я так волнуюсь, прям пиздец. С азиатским супом против вариации на тему Наполеона. Мне нравится идея супа мисо, особенно с вареной грушей. Александр делает классический десерт. Каноли в стиле Наполеона. Мне кажется, это умный ход. Вы знаете, как сложно делать вариации. Если точно не знаешь, что делаешь, это будет катастрофа. Молодцы! Давай, Александр! Сосредоточься! Александр, ты в норме? Да, шеф? Молодец. Убедись, что правильно готовишь ньокки. Дара, как дела? А сами креветки ты будешь готовить в последнюю минуту? Да, я быстро их обжарю. Умно, а то они быстро становятся резиновыми. Ребята, осталось 5 минут. По-хорошему, пора выкладывать на тарелки. Да, последние 5 минут. А я еще что-то режу. Ты справишься, Александр. Не расслабляйся, сосредоточься. Давай, Александр. Я выкладываю все на тарелки, я сам не уверен, успею ли закончить. Выкладывай все. Давай, Александр, давай. Молодец, Дара. Молодец, Дара. Дара, Дара. Что угодно, кроме айска. Креветки, Александр. Знаю, они здесь. Давай, Александр! Съедобное искусство, вот что вам нужно. Все вместе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и стоп! Спокойно, чувак. Дара, Александр, вы молодцы. Поздравляю вас обоих.
Какой прекрасный финиш, дамы и господа. Невероятно. А теперь осторожно выносите сюда ваши блюда. Спасибо. Я посмотрел на свои блюда и понял, что горжусь ими. Я сам удивился, что почти все успел закончить. Я посмотрела на блюда и подумала, что они очень хороши. Оформление было прекрасным. Я почувствовала себя очень уверенно. Пришло время пройти в ресторан нашего шоу, где вы подадите нам свои закуски, основные блюда и, наконец, десерты. А затем мы решим, кто из вас, стоящих сейчас перед нами, станет первым лучшим юным поваром Америки. Удачи! Дара, пожалуйста, принеси нам свою закуску. Сегодня я приготовила тунца двумя разными способами. Справа поки из тунца, слева обжаренный тунец. Ух ты, выглядит великолепно. Я горжусь тобой. Спасибо, молодец. Фактически это две закуски в одной. Да. Я хотела сделать поки, потому что в нем сочетается множество вкусов. Но также хотела показать свои навыки и сделала жареного тунца. Рисовый тортик очень вкусный и хрустящий, а белый рис внутри совсем не сухой. Очень хорошо. Тунец великолепен. А это обжаренный тунец. Да, сырой внутри. Отличная обжарка снаружи. Ты чем-нибудь мариновала этого тунца? Да, я мариновала его в соевом соусе, в кунжутном масле и соусе шрирача, как и для поки. Прекрасное блюдо. Рисовый тортик вкусный. Сам тунец невероятен. На Манхэттене такая закуска стоит $25. Прекрасно. Спасибо. Бля, $25. Ты сделала даже больше, чем мы просили. Изумительный вкус. То, что ты в этом возрасте уже делаешь нечто столь техничное, о многом говорит. Молодец. Спасибо. 5 собак закуска, бля. Знаешь, в 12 лет я ел консервированного тунца с майонезом. И думал, что это лучшее, чем меня кормила мама. Но видеть, как ты готовишь его тремя разными способами, это удивительно. Я бы ничего не стал менять. Прекрасное начало. Молодец. Спасибо. Хорошо, Александр, неси нам свою закуску. Это креветки с базиликом и лимоном и крастини с томатами. И пюре из жареного красного перца. И блядь, мармелад, и жареная рибай, и, да, профитроли, и, просто, блядь, бесконечно. Мне нравится вкус жареного перца. Он подчеркивает вкус всего блюда. Мне нравится блюдо, потому что я чувствую вкус каждого компонента. Ты молодец. Спасибо. Даже отсюда я вижу, что креветки приготовлены волшебно. Это вкусно. Это красиво. Цвета великолепные, ярко, свежо, очень естественно. Единственное, что я бы изменил, это добавил соли. Это единственное, чего не хватает. Ай, минус, определенный спасибо. Минус. Внешне молодой человек, это так прекрасно, что аж в дрожь бросает. Мне нравится аромат, и все выглядит аппетитно. Вкусно. Но я думаю, что твое блюдо проще, чем блюдо Дары. Здесь многое зависит от ингредиентов, а не от навыков. Ты не так много сделал с этими томатами. Блюдо ароматное, вкусное, яркое, но не такое техничное, как закуска. Да. Блять, первый балл улетел. Я так далеко зашел, я так близок. Проиграть сейчас это полный отстой. Первый балл улетел. Лучший повар Америки, дети. Александр, блюдо ароматное, вкусное, яркое, но не такое техничное, как закуска Дары.
Вы оба молодцы. А теперь очень осторожно несите сюда ваши основные блюда. Спасибо. Давай, Дара! Давай, Александр! Я очень гордился своей закуской, но у судей оказались разные мнения, так что даже не знаю. Сейчас все в руках судей. Какое начало. Чудесно, чудесно. Думаю, это отличное начало. Да, да. Меня впечатлила закуска Александра. В ней была такая чистота вкуса, очень смелая. Но она не такая сложная, как закуска Дары, и даже рядом не такая техничная. Тем не менее, я думаю, что ингредиенты важны. Это то, что мы... Нет, проповедуем в наших ресторанах. Если ты посмотришь на ее блюдо и оценишь, что она обжарила тунца, потом сделала гавайские поки и хрустящий рисовый тортик, приготовила свежий рис прямо здесь. Да брось. Мы имеем дело с детьми. Мы постоянно об этом забываем. В одном я точно уверен, жду не дождусь, что будет дальше. Это точно. Дара! Вперед! Я проникся уважением к этим детям. Всего пару месяцев назад мне было страшно входить к этим трем судьям. Я рад, что они выступают не во взрослом шоу. Потому что я не уверен, что смог бы победить, если бы выступал против одного из этих двоих. Блять, вот вы можете меня считать тоже, ну, токсиком и так далее, но мне не нравится победитель четвертого сезона. Ну, вот вообще, блять. Он, не знаю почему, он, блять, ну просто... Бля, я не знаю. Я не знаю, почему-то мне не нравится, блять. Ух ты. Начало было прекрасным. Будем надеяться, что основные блюда будут... Да ему повезло, говорю, блядь, и выглядит как лох, ёбаный. Дара, прошу. Я знала, что креветка слегка переварена. Выглядит как продавец поддержанных тачек. Ух ты. Но оформление было прекрасным, и я чувствовала себя уверенно. Пожалуйста, опиши блюдо. Сверху жареная голова креветки. Это жареные калифорнийские креветки и вонтоны в тайском кокосовом соусе карри. Итак, пельмени. Почему пельмени? В моей закуске был рис, так что я не хотела использовать рис в основном блюде и решила, что вонтоны подойдут идеально. Вкусно. Мне нравится слегка пряный ароматный соус карри. Пельмени очень вкусные. Внутри гребешки, а что еще? Гребешки и креветки. Калифорнийские креветки вкусные, но их стоило готовить на минуту меньше. Но в целом прекрасное блюдо. Феноменально. Молодец. Спасибо. Первый такой маленький. Мне нравится, что ты их готовила на пару. Это подход настоящего шеф-повара, а не 12-летки. Да что с тобой не так? Вкусно, но вот соус карри немного густой. О, второй! Дело в кокосовом молоке, оно густое само по себе, но все равно вкусно. Второй. Спасибо. Правда вкусно. Мы не про адскую кухню, Тейлка, а про мастер-шефа. По карри не согласен, он вкусный, как раз нужной консистенции. Пельмени восхитительные, они легкие, такие ручной лепки, очень вкусные. Я бы заплатил $45 за такое блюдо. Молодец, Дара. Спасибо. Лысич в этом, господи, как сказать-то, в этом жюри выглядит как бездарный и богатый чувак. Типа, который на самом деле нихуя, блядь, не разбирается, а просто такой, блядь, это, и у него просто дохуя денег и дохуя ресторанов, блядь. Вот так он выглядит, блядь, тут. И который, чувак, который затесался к профессиональным поварам, ну, которые реально шарят за это. Но он нихуя не профессиональный повар, а вот, типа, просто такой, знаете, ну, чувак, который дохуя, типа, ел вкусной пищи. И, типа, шарит, блядь. Александр, прошу, неси свое блюдо. Спасибо. Если эта телятина не приготовлена идеально, у меня нет шансов получить титул лучшего юного повара. Он критик, не повар, он вообще-то ресторатор, а потом уже, наверное, критик. Опиши свое блюдо, пожалуйста. Это картофельное ньокки с шалфеем и луком-шалотом. Я знаю, что он не повар, да, он ресторатор. И обжаренная телятина, посыпанная дикой руколой. Сейчас я разрежу эту телятину. Расскажи мне, что я там увижу. Я хотел сделать ее средней прожарки, так что надеюсь, это и увидите. Бля, жесткой, а, или...
Ух ты. Молодой человек, визуально это самая лучшая телятина во всей стране. И огромное количество поваров сейчас ломает головы. Как тебе это удалось? Феноменально, спасибо. Победил в этой хуйне. Я думаю, он придает приятный свежий привкус. 1-1. Ньокки прекрасны, каждая как сгусток волшебства. Хрустящие снаружи и мягкие в середине. Это как ты и я, снаружи жесткие и мягкие внутри. Выглядит прекрасно, на вкус великолепно. Все, что ты упустил в закуске, ты вернул на 100% в основном блюде. 1-1. Великолепно, молодой человек. Спасибо. 1-1. Хотелось бы и мне каждый раз так угадывать. А основное блюдо, мне кажется, важнее, блядь, закуски. Вы уж меня простите, но мне кажется, что больше всего люди обращают внимание именно на основное блюдо, блядь, а не на закуски. Когда закуски хуёвые, люди говорят такие, ну, закуски не очень. А потом жрут основное блюдо и такие, бля, ебаля. Основное блюдо, мне кажется, важнее. Температурой. Отличная готовка. Спасибо. Во-первых, мне нравится любая еда с рукояткой. Понимаешь? Чтобы можно было вот так. Очень нравится. Тебе повезло или ты знал, что делал? Думаю, точно знал, что делал. Потому что я дома готовил такое блюдо. Может, не очень часто, но опыт у меня есть, так что я представлял, сколько его нужно обжаривать и сколько потом доводить в духовке. Говорит само за себя. Прекрасно. Молодец. Рамзи пиздец доволен. Что является самым важным в этом блюде, ньокки или телятина? Думаю, что телятина. Потому что в ней много протеина. Но ньокки тоже важный элемент этого блюда. Знаешь, кто главный? Бля, он еще так грамотно говорит, этот пиздюк маленький. Я в шоке. Я в детстве, я в его возрасте говорил так. Блять, а он говорит такое. Я считаю, что там много протеина, поэтому это очень важно. Но также важна консистенция это. Это является... Чё, блять, чувак? Я в его возрасте, сколько ему там, 12, блядь, 10, я себе слышал протеин, я сказал, чё, протеин, блять, протеин, смешно, блять. Герой этого блюда. Ты. Тот, кто его приготовил. Блядь. Превосходно, Александр. Спасибо, поздравляю. Феноменально. Вы оба прекрасно себя проявили. Осталось немного. Прошу вас, принесите свои десерты. Ух ты. Фух, давай, Александр, выеби ее, блядь. Это были самые лучшие блюда, которые мы когда-либо пробовали. Давай, Александр, давай. Мне просто не хватает слов. Может, это случайность, везение? А, Джо? То, как мясо было сдобрено специями, каким оно было сочным, как было подано, это не случайность. Идеальная обжарка со всех сторон, отличная корочка, косточка, а потом... Вообще, у Александра охуенный десерт. Если он его не заруинил, блядь, пиздец, должно быть вкусно. Разрезаешь и видишь этот блеск. Не забывай ньокки, они чудесные. Ньокки и шалфей. Они сами по себе могли бы быть блюдом. А с другой стороны, это вкусное карри и эти прекрасные пельмени. Умение слепить этих малюток. Да, я даже бы бульон из них съел. Мне кажется, немного переварены креветки. Согласен, переварены. А что о пельменях? Удивительно вкусные. Ручной лепки, они просто невероятные. Очень хороши. Дара показала себя. Я постоянно напоминаю себе, что им 12 и 13. Я тоже невероятно. Вот, наконец, дошло и до десерта. Думаю, у меня отличный десерт. Он прекрасно выглядит, и думаю, судьям понравится. Пока что мы идем ноздря в ноздрю. И очень многое зависит от десерта. Мне кажется, что тот, чей десерт лучше, и станет победителем. Бля, мне больше нравится десерт Александра. Лучший повар Америки. Дети. Ну да, удар просто фрукт. До сих пор мы были очень довольны вами обоими. Я очень хочу попробовать десерты. Дара, пожалуйста, неси сюда свой десерт. Ух ты. Я приготовила вареную грушу в имбирно-лимонном супе мисо, имбирное печенье и взбитые сливки с лимоном. Бля, они вообще про все... Ух ты, мисо. Такое не часто увидишь в десертах. А эти груши, в чем ты их варила? Я их варила в воде с лимонным соком, сахаром и лимонной цедрой. Че-то хуйня, блядь. На десерте она плюется. Легкий, прекрасный десерт.
Сложно словами описать, я ничего подобного никогда не ел. Очень креативно, прекрасно сбалансировано. Мне нравится. Молодец. Но не прямо супер, не супер похвалил. Так, не супер, не супер. Внешне опять превосходно. Почему вареные груши, а не печенье? Я хотела сварить их именно потому, что мне кажется, что они больше подходят для десерта. Я бы так сказала. Вкусно. Отличные специи. Прекрасно приготовлены. Они буквально тают во рту. Я небольшой поклонник мисо, но когда ешь сливки с мисо, это интересно. Это было очень смело использовать мисо в десерте, но результат настолько хорош, что я хочу тебя обнять. Вкусно. Молодец. Ну, не тоже хорошо похвалил, но не прям вух. Шансы есть. Оно невероятно в своей простоте. Вкус сладкий и кислый одновременно. Что добавляет кислоту? Я варила груши с лимонным соком и цедрой. Я думаю, это идеальная гармоничная завершающая нота в невероятной симфонии блюд. Спасибо. Молодец, Дара. Спасибо. Думаю, у меня прекрасный десерт, Александр. Он вроде как мастер выпечки, так что даже не знаю. Блять, Александр! Неси сюда свой десерт. Думаю, десерт даже не такой амбициозный. Думаю, мой десерт совершенно иного уровня. Бля, когда участники говорят так, они проигрывают обычно. Ух ты. Итак. Расскажи, что это? Это вариация на тему каноли. Я хотел бы назвать их каноли Наполеон. Тут крем маскарпоне, соус из ягод и моченые ягоды на гарнир. Канола Наполеон. Слышишь, как хрустит? Идеальная корочка. Мне нравятся ягоды, мне нравятся хлебцы. Они приятно хрустят. В них есть тот вкус, который мы знаем и любим в каноле. Про начинку из маскарпоне могу сказать, что в ней, на мой взгляд, многовато сахара. Блять! Напомните нам еще раз, в каком году вы родились? В 2000-м. Дара? В 2001-м. В 2001-м. Спасибо, что заставили меня почувствовать себя стариком. И что? 13 лет ты делаешь вариации на тему. Да брось. Ты не должен был делать ничего в 13 лет. Знаешь, что делал я в 13? Лучше молчи. Что? Сидел в тюрьме в Глазго? А зачем в середине фрукты? Я подумал, что десерт не помешает взрыв цитрусового вкуса. Это добавит легкости. Просто феноменально. Маскарпоне нужны фрукты. Терпкость фруктов подчеркивает вкус маскарпоне. Молодец, спасибо. Итак, Наполеон. Каноли. Наполеон — великий французский император. Ты знаешь, кто такой каноли? Нет? Джонни Каноли — парень из Бейрис, итальянец, коротышка вот такого роста. То есть ты взял Джонни Каноли из Бейрис в Бруклин и взял Наполеона, великого французского полководца, и свел их на одной тарелке. Невероятно. Я думаю, что обоим, и императору Наполеону, и Джонни Каноли, понравилось бы твое блюдо. Поздравляю, Александр. Невероятно. Спасибо. Хуй знает, кто победит теперь. Хз. Дара и Александр, сказали, что хз. Что бы ни случилось дальше, вы можете невероятно гордиться своими достижениями. Вы оба молодцы. Когда мы встретимся в следующий раз... Сколько осталось, блядь? Я буду награждать первого лучшего юного повара Америки. Саня! Молодцы, ребята. Спасибо. Блядь, давай нахуй, ебашь, Саня! Да уж. Как можно сделать выбор? Два великолепных десерта. Дара сварила грушу, сделала мисо, печенье и крем. Десерт Дары — это идеальное завершение великолепного обеда. Моя судьба в руках судей. Надеюсь, Саня, блядь! И оценят, насколько я хороша. Что думаете о том, как Александр пропустил тесто через машинку для пасты? Феноменально.
В результате получилась очень необычная каннули. Отличный крем. Очень умно. Превосходные навыки. Я думаю, что обернуться все может по-разному. Борьба была очень тяжелой. Думаю, оба меню были очень разумными и необычными для 12-13-летки. Невероятно. Меню Александра началось с креветок и салата из помидоров. Очень по-средиземноморски. Александр отдал должное классике. Ньокки и телятина. Великолепные ингредиенты. Будто ангел готовил. А вариация на тему каноли в стиле Наполеона. Неважно, сколько им лет. Мы 4 года сидим в этой комнате и пробуем блюда. И у нас никогда не было ничего лучше, чем ньокки Александра и его телятина. Согласен. Но где баланс, Джо? Дело в одном выбранном направлении. Мы попросили приготовить блюда ресторанного уровня. 3 направления. И удары, мне кажется, получилось. Я думал, ее меню объединено одной темой. Меню удары пронизано ее уверенностью в себе, самообладанием, отличными навыками и техничностью исполнения. Не просто закуска, основное блюдо и десерт, печенье, лимонный крем и, наконец, сироп мисо. Такой риск в финале неверооятно. Блять, да идите вы приняли решение. Кажется, это именно то, для чего мы тут и находимся. Идем. Лучший повар Америки. Дети. Я надеюсь и молюсь, что они поняли, как чудесна моя еда. Это изменит всю мою жизнь. Я очень хочу победить. Выиграть титул лучшего юного повара значит изменить весь мой мир. Думаю, я сделал все, чтобы победить. Это, наверное, самый важный день моей жизни. Дара, Александр, вы пришли сюда как юные повара-любители. Талантливые ребята, которые только учатся работать на кухне. Но во время этого соревнования вы доказали нам и всему миру, что вы намного выше, чем обычные любители. После сегодняшнего дня вас обоих будут знать как лучших поваров Америки. Поэтому мы хотим, чтобы вы вышли сюда и поменялись с нами местами. Молодцы. Вы, ребята, сделали нечто невероятное. Вы изменили понимание того, как дети от 8 до 13 лет должны думать о еде, готовить и чего могут достичь. Нас троих вы наполнили невероятным оптимизмом относительно будущего ресторанной индустрии и заставили меня гордиться тем, что я был частью всего происходящего. Спасибо за это. Дара и Александр, вы оба сегодня выступили невероятно, и лишь мелкие детали дали одному из вас небольшое преимущество. Бля! Ваши блюда были прекрасны, но может быть лишь один победитель. Бля! Лишь один из вас получит $100,000. Блять! Лишь один из вас возьмет в руки этот великолепный кубок. Лишь один из вас войдет в историю как самый первый лучший юный повар Америки. Победитель шоу «Лучший повар Америки. Дети». Поздравляю. Александр. Боже мой! Ебать! Невероятно. Иди сюда. Блять, хорош! Ты молодец. Хорош! Ты молодец, поздравляю. Я не думал, что зайду так далеко и вправо. Хорош! Это не описать. Это больше всяких слов. Дамы и господа, сегодня этот молодой человек творит историю. Пиздец. Поздравляем Хорош. Самого первого лучшего юного повара Америки, Александра.
Боже мой, невероятно. Дара, ты была очень близка. Ты великолепно выступила. Дамы и господа, аплодисменты финалисту. Дара! Невероятно. Оно того стоило. Я точно буду готовить дальше. Невероятно, спасибо. Я тоже победитель. Я прошла финал, и у меня есть эта куртка. На ней написано «Дара, лучший юный повар Америки». Ты невероятна. Я горжусь тобой. Я поздравляю Дару. Она проделала отличную работу. Мы подарили детям вдохновение готовить. Ведь мы готовим не хуже лучших взрослых поваров. Это изменило мой мир. Этот кубок означает то, чем я всегда хотел заняться. Я первый лучший юный повар Америки! Озвучено... Блять! Я очень рад, что он победил, блять. Просто... Ну и картинка. Просто пипец. Я очень рад, что... Ну... Что он победил, серьезно. Ой, прям жесть, прям. Фух-ху-ху-ху-ху-ху. Когда смотрел, блять, аж нервничал. Очень, ну, конечно, готовит она, а не пиздец. Вот Дара тоже готовит просто, ну, просто невероятно. Какой-то уровень абсолютно заоблачный. Просто жесть. Не знаю, что сказать. Просто жесть и... А вот, а вы мошнили, многие, ну, не вы, а многие мошнили. Говно, говно, зачем смотреть, еще что-то. Все-таки вот насколько аудитория на самом деле сама вот плохо даже знает, что она хочет. И вот потом вот мы врубили, я все-таки врубил их, и оказалось охуенно. Просто, ни чуточку не хуже. Вот. Александр Вайс. На протяжении всего шоу 13-летний Александр Вайс из Нью-Йорка всегда был главным претендентом на победу. Этот семиклассник, получивший прозвище Большой Ал, с самого начала произвел впечатление на судей. Он продемонстрировал свой природный дар и никогда не избегал сложных задач. В финале шоу его противником была девочка по имени Дара. Им предстояло всего за 90 минут приготовить 3 потрясающих блюда. Александр решил в качестве закуски сделать креветки и крастини с маленькими помидорками. Основным блюдом были картофельные ньюки и телятина на кости. А на десерт выбор пал на каноли. Вариация на тему «Наполеон и соус из ягод». Именно за все это Гордон Рамзи провозгласил Александра победителем и дал ему звание лучшего юного повара Америки. После шоу Большой Ал продолжает учиться в своей средней школе. Он также занят полупрофессиональной кулинарной карьерой. Парень занимается мастер-классами как в прямом эфире на телевидении, так и на его личном канале YouTube. Каноли, которую он приготовил на финале шоу, стало его самым популярным блюдом. Александр также вошел в список счастливчиков, которым повезло отправиться на первый в мире круиз мастер-шефа, состоявшегося с 8 по 15 ноября 2014 года. Он присоединился к другим победителям шоу и конкурсантам. Среди них были... Александру предстояло научить болельщиков, как освоить один из его фирменных блюд. Макаруни. Круиз проходил в Гранд Терке, Сан-Хуане, Пауэрто-Рико, Сент-Томасе на Виргинских и Багамских островах. Со списком победителей можно ознакомиться здесь. Все? Ебать, он взрослел 6 лет назад. Нихуя себе, он повзрослел 6 лет назад. Cooked by me. Shot by my dad. Ну вот он. Нихуя, блять, это он нахуй. Малый повзрослел, блядь, да. Вот он. 122 недели назад.
Топ-четверка финалистов. Александр после адской кухни не прекратил заниматься готовкой, работал в ряде ресторанов после шоу в свободное время и выступал в некоторых кулинарных передачах. По последним данным, работает как частный повар на дому. И по Инстаграму видно, что он активно продолжает заниматься готовкой. И выглядит это просто невероятно вкусно. По Инстаграму активно путешествует. Дара, по найденной информации, продолжает заниматься готовкой и выпускала свою кулинарную книгу. На данный момент работает, специализируется на десертах и планирует в будущем открыть свой ресторан. Джек на данный момент пропал из инфополя. Трой после сериала активно участвовал в различных кулинарных соревнованиях и передачах, в том числе занимал призовое место со своей сестрой $9000. Кроме этого, снимался в сериалах и фильмах, как, к примеру, True Blood. Но на данный момент пропал из этого поля деятельности. Учится в колледже, мечтает стать киберспортсменом в клане Face Clan. А также по Инстаграму активно тусит. Вот, честно говоря, я примерно так и представлял эту хуйню. Остальные. София такая-то. Выбыла в 4-й серии и перешла с кулинарного пути на актерский. Снималась в ряде фильмов и сериалов и продолжает на данный момент. Сара. Нет особой инфы, что с ней стало, но она в 2017 году была на специальном ивенте по мастер-шефу, так предположительно продолжает заниматься готовкой. По остальным никакой дельной инфы не нашел, кроме уровня. Продолжает готовить в семейном бизнесе. Понятно. А, помимо этого, в планах Александра, кулинарного вундеркинда, обязательная благотворительность. Он поделился своими планами пожертвовать некую сумму на благотворительную деятельность его главной соперницы Дары, чей отец умер от рака. Бля, пизда. Ну, Сара нахуй испортилась. Нет, я представлял, что она вырастет в некую другую девушку. Сейчас покажу. А вот Дара, смотрите. Ну, а вот Сара, ребята. I'm Shayla J with ID8 TV, here with Sarah Lane, and you were on MasterChef. What season? I was on season 1. Okay, so tell me a bit about that experience. Well, it was a really fun experience. Блять, ну, запоролась. I turned 13 and I love making chocolate lava cakes, because everyone thinks they're like impossible restaurant quality dishes, but they're actually super simple and easy. I love cooking. I've been to every single one of these cookie cons. В детстве она выглядела более сексуально, я осуждаю, блядь. Блядь, вот не поверите, я Трое примерно так и представлял. Вот отвечаю вам. Ну вот, блядь, вот типикал Трое, вот реально, это прям... Ну, прям как с копирки, чувак, понимаете?